Уважаемые любители фотографии, я нахожусь недалеко от города Гаврилов-Посад. И в моей сумке 19 века располагаются два шедевра 21-го. В своих экспериментах я сегодня использую Hasselblad 907 для съемки на цифру, одна из лучших камер такого рода, и лейку МА, в которую заряжена черно-белая пленка. Поснимаем и посмотрим, что получится, сравнив разные результаты разных камер. Уважаемые любители моих фотографических роликов и читатели фотографических книг, сегодня мы продолжаем наши смелые опыты по изучению как пленочных, так и цифровых камер 21 века. И уже далеко его не начало. Сегодня у нас интересное, как вы поняли, занятие, а именно сравнение двух камер. Поскольку разный стиль, в одном случае это аналоговое изображение, в другом случае цифровое, в одном цветное, в другом черно-белое. Я специально сделаю как бы несравнимые ситуации, то есть сравниваю несравнимые. Почему? Потому что речь не идет о том, какая у вас техника или сколько денег вы на нее тратите. Нет, речь идет о другом. Какое впечатление создает то изображение, которое создаете одним или другим способом. Искусство – это только впечатление, настроение, эмоции, в конце концов, а никак не документалистика. Поэтому я пытаюсь вам рассказать о том, как можно усовершенствовать этот процесс, используя ли пленочные камеры или цифровые. Это не имеет никакого значения. Важен результат, та самая материализация мыслей, которая останется после вас. Вот чтобы это получалось получше и пошло с большим пониманием, я и испытываю пленки, рассказываю вам о том, что получается. Значит, на этот раз мы сравнили вот эти две камеры чудесных, Leica MA и Hasselblad 907. Я снимал одни и те же сюжеты в одной и той же ситуации. Ну и посмотрите вот на несколько сравнительных кадров, прежде чем мы перейдем к обсуждению. Ну вот речка сверху, березки. Вот березы, посмотрите-ка, насколько отличает съемка против света черно-белой камерой и цифровой. Ну, оптика и там очень хорошая, что позволяют это делать. Ну, а вот речка сверху, один кадр, это против солнца. Ну, и второй кадр уже от солнца. Чувствуете разницу, чувствуете, что в одном случае черно-белая картинка оказывается больше эмоциональней, а цветная более информативнее. Выбирайте, что ближе к вашему сердцу или к вашим художественным наклонностям. Это главное. Все остальное, собственно говоря, это ковыряние в носу и обсуждение дилетантами. Вопрос впечатления, которое производит ваш снимок. Это главное. Обсуждать тут нечего, как говорил Ван Гог. Вот еще, пожалуйста, одна речка. Это по дороге около Юрьево-Польского. Видите, здесь такое веселенькое место. Красиво течет река, поскольку ландшафты бедные, я бы сказал, убогие, почти черно-белые. Иногда черно-белая лейка дает лучший результат, чем навороченный цифровой Hasselblad. В общем, это видно. И если мы посмотрим на парные снимки Суздальской реки. Я люблю это место, потому что очень хорошая точка съемки, и с удовольствием развлекаюсь там. Обратите внимание, как передает настроение черно-белый снимок и цветной. Совершенно разные. То же самое и городской земляной вал, как вы видите, производит совсем различные впечатления. Ну, помучившись с этим делом, можно перейти к анализу. Дело в том, что черно-белая пленка в данном случае, а это самое интересное, она называется FOMOPAN. То есть та самая пленка, о которой меня многократно просили ее оттестировать. Чайник очень горячий, потому что это замечательный реческий фарфор, который позволяет в этом чайнике, например, на газу плавить свинец. Ну, сам он, правда, при этом нагревается, поэтому зато и температуру держит хорошо, и баба при деле. Так вот, FOMOPAN, который использовал, это, пожалуй, лидер наших, среди наших пленок, которые я тестировал. У нее самая чистая эмульсия,
Самый аккуратный полив, минимальное количество мусора в эмульсионном слое и очень ровное зерно. То есть пока это лучшее из всего, что я пробовал. Она намного превосходит Илфорд 100 единиц чувствительностью пан и по своим качеству эмульсии, и по цветовой передаче, передаче цветов. Вот, посмотрите, вы видите Миру. Мира цветная, рядом черно-белая. То есть получается так, что это Фома-пан отличается качеством эмульсии, но почти не отличается по цветокоррекции. То есть цветовой диапазон она передает так же хорошо, как Илфорд Пан, как Аква Фото, но при этом намного качественнее сделано. Поэтому мои рекомендации. Ну и глядя на картинки Суздаля, конечно, хочется упомянуть и о бабах, о которых все спрашивали. Мне разрешили показать вам адрес мастерицы, которые делают эти куклы, Марьяна. Она блестящий мастер. И она, в общем, готова не быстро, потому что это творческий процесс, а не конвейер, сделать куклу на заказ. То есть, ну, это не кукла, это на самом деле самоварные или чайниковые бабы, которые, собственно говоря, не только украшают стол, но и сохраняют тепло, электричество. Так что можно сказать, что это зеленые технологии на марш. Ну так вот, а теперь перейдем к другой пленке. Илфорд Орто Плюс. Значит, кажется, что, ну, действительно, ну, чего может быть интересней, чем ортохроматическая пленка, которая, в общем-то, как бы ретроспективно оживляет старинные технологии. Но оказалось все не так просто. Если вы посмотрите на фотографии, которые сейчас у вас на экране, то вы увидите тарелки, цинично прибитые к большому стенду под названием «Дымов», «Дымовская керамика». Они цветные, что для нас очень важно. Вот снимок черно-белый, рядом же с ним цветной. Как вы видите, пленка работает абсолютно так же, как и другие пленки. То есть как обычный Илфорд Пан, так же как Аква и так же как Фома Пан. Никаких признаков ортохроматизма я здесь не увидел. По-видимому, вас вводят в заблуждение, когда пишут такие наглые слова на упаковке пленки. Не верьте. Спектральный анализ показывает, что эмульсия одна и та же. Но, тем не менее, на эту пленку можно сделать очень хорошие кадры. Вот посмотрите, например, на дерево, снятое Хассельбладом и Лейкой. Оказывается, что это интересная картинка. Сено. Здесь чем интересно? Черный ствол дерева, желтое сено и большие отвалы снега. То есть здесь как раз контрасты все вылазят и на черно-белой, и на цветной пленке. Полюбуйтесь на эту картинку. И отдельно уж снежный отвал там с травинками. Тоже понятно, как работает это сделано, для того, чтобы продемонстрировать особенности работы черно-белой и цветной пленки. Ну и опять я не мог удержаться. Конечно, есть речка. Это уже недалеко под городом Александров. И дерево облезло и засохшее. Оно еще не упало, и поэтому радует своей замысловатой корой. Посмотрите, как передается драматично на черно-белой пленке и на цветной. Ну и заканчивается эта серия снимков несколькими кадрами города Александрова. То есть понятно, что погода очень плохая. И снимать особенно нечего. Небо как промокашка, и снег пошел при том же. Так что ничего интересного как бы нет, но представление о том, как можно решать проблемы на черно-белую цветную пленку, в общем-то, ясно. Я пытался именно это вам и продемонстрировать. А таким образом, сравнительный анализ показывает, что даже в ландшафтной съемке, без людей и без портретов, Лейка и Хассельблад – это просто разные инструменты. Для разных целей нужны разные приборы.
И я очень надеюсь, что вы будете их разумно использовать. Они не лучше и не хуже друг друга, они разные. И как кисти и краски у художника, так и у фотографа разные инструменты должны предназначаться для разных целей. Поэтому используйте разумно и возможность черно-белой пленки, в том числе и черно-белой цифровой фотографии, и цветной. И тогда вы получите от жизни то самое удовольствие, которое можно получить от созерцания прекрасных видов и беззаботного смотрения вдаль, чему так приятно предаваться. На этом, уважаемые господа, до свидания. Thank you.